Добрый день. Сегодня я вам представлю некоторые результаты ежегодных исследований, которые мы проводим по рынку одежды. В 2020 году мы проанализировали данные более 850 сетей и провели социологический опрос почти 4000 российских покупателей одежды. Если вам интересно получить вот эту презентацию, то в зале сидит моя коллега Дарья, обращайтесь к ней, давайте визитки, она вам все даст. Динамика рынка одежды показала в 2019 году очень слабый восстановительный рост. Оборот рынка немного превысил 2 триллиона рублей и вырос всего на 1,7%. И по данным Росстата, в 2019 году немного выросли доходы россиян, но это всего лишь 1%, и этого было слишком мало, чтобы как-то стимулировать покупательский спрос. Что касается развития розничных сетей, здесь мы тоже фиксируем спад в 2019 году. За февраль 2019, февраль 2020 года, по данным нашего мониторинга, число сетевых магазинов одежды снизилось на 1,7%. Игроки в большинстве своем уже в 2019 году ориентировались на оптимизацию существующей розницы и развитие онлайн-продаж, предпочитая их географической экспансии. Для сегментов мужской и детской одежды год оказался более удачным. Они показали небольшой рост по объемам продаж, в то время как женская одежда практически осталась на уровне 2018 года. Но именно женская одежда занимает почти половину рынка одежды в целом. И в 2019 году объем продаж превысил 1 триллион рублей. Характеризует рынок и соотношение российских и иностранных игроков. Доля иностранных сетей на февраль 2020 года составила менее 30%. Эта доля за последние несколько лет снизилась. И это связано с экономическими факторами, в первую очередь. Низкий курс рубля и вялый потребительский спрос негативно сказываются на маржинальности бизнеса иностранных компаний. И вот за февраль 2019, февраль 2020 года с рынка ушли 38 иностранных сетей, и 114 магазинов закрылось по сравнению с февралем 2019 года. Но российские игроки показывают схожую динамику. Число сетевых магазинов снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. На этом графике можно видеть соотношение сетей, которые увеличивали розницу, не изменили свою розницу и сокращали розницу. И наибольшая доля приходится именно вот на сети, которые розницу сокращали. Причем стоит обратить внимание на динамику по сравнению с предыдущими двумя годами, когда все-таки ориентация была на экспансию, и основная масса сетей розницу расширяли. Но все же есть игроки, которые ведут активную экспансию.
Лидирует среди них детский мир, который прибавил 83 точки продаж. Также в лидерах Gloria Jeans, Adidas, Familia. И если посмотреть в целом на список вот, лидеров по росту розницы, можно видеть, что здесь преобладают бренды демократичного ценового формата, что отражает, ну, соответствует запросу, который есть у потребителей на поиск наилучшего соотношения цены и качества. Среди сетей, сокращавших розницу, больше всего точек потеряла Sela, и это связано с реконцепцией сети. В 2019 году Sela купил холдинг Melon Fashion Group, и в связи с этим произошел ряд закрытий. Также значительные потери понесли ряд детских ритейлеров. Также можно обратить внимание на сеть In City. В 2019 году она отказалась от детской линии одежды и закрыла сеть In City Kids. В итоге 27 розничных магазинов были закрыты. Также рынок характеризует, как растут крупнейшие компании и весь остальной рынок. Мы взяли топ-50 крупнейших игроков по выручке, и на графике можно видеть сопоставление их динамики и динамики остального рынка. И вот в то время, когда остальной рынок стагнирует, не растет больше 2%, крупнейшие игроки развиваются достаточно динамично. В связи с этим мы отмечаем также и рост доли этих крупнейших игроков в обороте рынка. За последние 6 лет он увеличился с 19 до 32%. При этом более половины вот этого оборота топ-50 составляют 10 крупнейших компаний. Лидерами рынка по выручке несколько лет подряд становятся Inditex и Sportmaster. Они опережают своих ближайших конкурентов по выручке в 1,5-2 раза. И хочу обратить внимание, что при расчете показателей для Sportmaster, детского мира и других сетей со смешанным ассортиментом мы учитывали именно показатели по одежде на основе доли одежды в ассортименте либо данных самих компаний. Также в топе по выручке компании H&M, Gloria Jeans и детский мир. Ну и драйвером роста рынка сейчас выступают интернет-продажи. Напомню, что оборот одежной розницы в 2019 году вырос меньше, чем на 2%. Интернет-продажи фэшн-товаров выросли почти на треть. То есть разница налицо, где более активная динамика. И ситуация 2020 года с пандемией, она только этот тренд усилила, и по итогам 2020 года мы ожидаем еще больший рост. Наибольшую долю в интернет-продажах фэшн-товаров занимает одежда. Ее продажи выросли по сравнению с предыдущим годом почти на четверть, но быстрее растут продажи обуви и аксессуаров. Вот наиболее динамичная – это обувь, у которой прирост составил 44%. В целом доля интернета как канала продаж составляет 12%, и с 2017 года она выросла почти вдвое. На рост интернет-продаж влияет динамика аудитории интернет-покупателей. За прошедший год количество интернет-покупателей выросло на 12%. И наибольшее их число тоже приходится на покупателей одежды. А наибольший рост интернет-покупателей приходится на категорию обуви.
По данным наших опросов, интернет-канал является вторым по популярности после торговых центров. И в феврале 2020 года почти половина респондентов отвечали, что покупают одежду, обувь и аксессуары в интернете. С 2017 года этот показатель вырос на 8 процентных пунктов. Также для оценки ситуации на рынке мы фиксируем, у каких сетей есть собственный интернет-магазин в России. Этот показатель также растет, и доля сетей с собственным интернет-магазином на февраль 2020 года составила 63%. Опять же, по итогам года мы ожидаем значительный рост показателя, потому что многие ритейлеры направили свои силы на развитие именно этого направления. По данным нашего опроса, лидируют Wildberries и AliExpress по популярности у интернет-покупателей. Отмечу, что в прошлом году лидером был AliExpress, но в 2020 году произошла ротация лидеров. Также в топ попали и другие маркетплейсы российские, это Озон и LaMod, но они значительно отстают от лидеров. При оценке итогов 2020 года нельзя будет не учитывать влияние коронавируса. Он парализовал работу розницы на несколько месяцев, и несмотря на то, что это форсировало развитие интернет-канала, он не мог компенсировать потери в офлайне. И с другой стороны, значимым фактором являются потребительские настроения. Логично, что падение доходов, рост безработицы и в целом психологическая неуверенность в завтрашнем дне негативно скажутся на спросе потребителей на одежду. Игроки рынка также оценивают будущие итоги года не самым оптимистичным образом, прогнозируют спад продаж, считают, что на восстановление рынка уйдет несколько лет. При этом многие игроки вообще могут покинуть рынок или полностью уйти в онлайн. Также не следует ожидать географической экспансии, так как ритейлеры будут сосредоточены на оптимизации и развитии онлайн-канала. РБК-исследования рынков прогнозируют, что спад продаж одежды в 2020 году составит 15%. При этом значимую роль здесь будет играть сдержанный потребительский спрос, и также усилится тренд на рационализацию потребления. На этом все. Спасибо за внимание. Если нужна презентация, обращайтесь к Даше.